За 9 месяцев этого года внутренний турпоток в России вырос на 16,5% по сравнению с предыдущим. Такой рост интереса к внутреннему туризму связан в первую очередь с развитием туристической индустрии в стране. Так, благодаря нацпроекту «Туризм, индустрия, гостеприимство» туристы получают качественный сервис, а организаторы мест отдыха и туристических маршрутов – всестороннюю поддержку государства. Благодаря нацпроекту сегодня в стране работает уже более 30 тысяч комфортных отелей, санаториев и баз отдыха. В общей сложности они рассчитаны более чем на 1 000 000 туристов. Для этого по программе льготного кредитования туристической инфраструктуры было привлечено более 400 миллиардов рублей. А к 2030 году при помощи нацпроекта планируется ввести в эксплуатацию порядка 238 тысяч новых гостиничных номеров и обеспечить внутренний турпоток в размере 140 миллионов турпоездок ежегодно. Так в Северной Осетии открылась первая агродеревня «Парк земли Осетии». Он расположился на площади 20 гектаров в живописном уголке с видом на Кавказский хребет и гору Казбек. В будущем здесь будет 6 шале для размещения 50 человек. Один из гостевых домов уже готов. Также здесь уже возвели торговый павильон, дегустационный зал и мини-ферму. Для туристов организовали сельские активности – подоить корову, покормить телят, приготовить обед. Все это помогает отвлечься от городской суеты и провести время наедине с природой. Хороших вам новостей!